современном машиностроении процесс нарезания зубьев крупномодульных зубчатых колес известен как один из наиболее трудоемких процессов, требующий больших затрат времени и сравнительно высокой степени точности. Главными критериями трудоемкости являются конструкция используемого инструмента, а также метод профилирования при единичном делении, в основном применяемый для нарезания крупномодульных колес. Большие периметры резаний и малое число режущих элементов, черновых, дисковых, острозаточенных и чистовых зателованных фрез исключают возможность применения достаточно высоких подач и скоростей резания при зубофрезеровании. Новый высокопроизводительный способ нарезки зубьев крупномодульных колес основан на применении фрез оригинальной конструкции. Этот инструмент, разработанный НИТМАШем и внедряемый на Ижорском заводе, более производителен, обладает повышенной стойкостью, более экономичен. На черновой операции используются дисковые остро заточенные фрезы чистовая по донышку, работающие в паре правая и левая. Инструмент применяется на станке обычной конструкции. Симметричное расположение фрез относительно заготовки осуществляется установочным шаблоном, поставленным в центроискатель станка. Принцип действия фрезы «чистовая по донышку» можно проследить на упрощенной схеме. Фреза делает прорез первых двух пазов, затем деление на величину зуба и прорез других двух пазов. После очередного деления левая фреза начала работать, образуя с одной стороны профиль зуба, а с другой впадину, ранее обработанную правой фрезой. Трепанг, обозначенный на схеме штриховкой, выпадает в стружку. Его размеры зависят от модуля нарезаемого колеса и ширины применяемых фрез. На экране процесс черновой нарезки колеса модулем 36. Глубина фрезерования взята предельной, то есть фреза оформляет окончательно донышко впадины. Фреза, чистовая по донышку, в отличие от обычной, имеет сборную, а не сварную конструкцию и в 2-3 раза большее количество режущих элементов. Фреза универсальна. Одним и тем же инструментом в определенных пределах модулей можно нарезать колеса большого диапазона диаметров. После черновой операции зубчатое колесо отправляют на термообработку. Малые припуски от 2 до 3,5 мм на толщину зуба, оставляемые после чернового прохода, снимаются на высоких режимах резания червячной остро заточенной фрезой «Победа конусная», состоящей из двух корпусов – левого и правого. При помощи установочных шаблонов фреза закрепляется по оси станка, а зуб колеса симметрично относительно первых резцов фрезы. Новый инструмент позволяет с большой эффективностью применить на чистовой операции более производительный и качественно лучший метод зубонарезания – метод обкатки червячной фрезой. Его непрерывность дает возможность в 2-2,5 раза сократить машинное время нарезки. На данном этапе процесса зубофрезерования обработке не подвергается донышко впадины, оформленное по размерам на черновой операции. Число режущих элементов новой фрезы в 2,5-3 раза больше, чем в уникальных крупномодульных червячных фрезах стандартной конструкции.
специальные приспособления позволяют с высокой степенью точности производить заточку нового зуборезного инструмента. Зуборезание новым способом происходит значительно интенсивнее и требует только двух проходов вместо трех-четырех по старому способу. Время обработки одного колеса составляет на черновой операции 7,5 часов вместо 19 нормативных и на чистовой операции 4 часа вместо 10 старым способом. Достигнуто повышение производительности к нормативному времени старым способом 130%, новым 250%. Экономический эффект от внедрения составил 13 442 рубля. Практическое применение нового способа зубофрезерования в условиях Ижорского завода полностью подтвердило его эффективность. Дальнейшее внедрение этого способа на предприятиях отрасли позволит повысить качество в производстве крупномодульных зубчатых передач, снизить трудоемкость их изготовления, а также удешевить режущий инструмент.